Боже мой, страстная женщина, отстань от меня! Хватит меня бить! Жой утюг с тобой, глюк! Это протокол! Игра, которая постепенно сводит нас с ума и которая очень веселая. И да, кстати, в игре присутствуют маты, так что уберите нафиг детей от экрана. Вот. Собственно, многие ждали эту игру, и я не против ее поснимать. Но вы ставите слишком мало лайков, чтобы она выходила часто. Давай так договоримся. Если ты собираешь под этим роликом 5000 лайков, тогда мы... Ну, как можно скорее выпускаем следующую серию. Вот. А здесь еще куча концовок, так что здесь есть что посмотреть. И куча угара. Так что, собирай 5000 лайков и вперед. Вы нарушили протокол, глава 5. В смысле вы нарушили? Я не нарушал. Воу! Ничего страшного, просто очередной энергетический импульс от инопланетного корабля. Корабль среагировал на синхронизацию. Аналогичное было, когда производили его вскрытие. Немного жидковато. Вау. Через пару дней сотрудники комплекса приведут все в порядок. Угу, только сотрудников нет. Значит, эстетика окружения теперь не имеет смысла. Пожалуйста, подойди к синему терминалу и вызови эвакуационный блок для последующей эвакуации. Что-то тут не то. Мне кажется, что корабль пытается влезть в системы комплекса. Как эти уроды смогли сюда попасть? Вау! В прошлый раз было точно так же. Пожалуйста, в эвакуационный блок. Мне кажется, меня пытаются эвакуировать. Оу-оу! Мы совершили акт принудительной полной остановки биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Прекрасно. Вон он. Козлина. Что стоишь? Помогай давай. Стоит она. О-о-о, сиськи светятся. Так, ладно. Вроде пока это все. Эвакуационный блок. Вперед. Проследуйте далее. Ладно, хорошо. Следуем далее. Эвакуироваться. Не эвакуироваться. В смысле? Ладно. Еще раз хочу поблагодарить тебя за выполнение программы «Протокол». Мне было очень приятно увидеться с тобой еще раз. В смысле? То есть мне было очень приятно работать с тобой. Она убьет меня? Мы не двигаемся. Я же нажал эвакуироваться. Знаешь, мне даже как-то жаль, что сейчас эвакуационный блок будет заполнен нейропаралитическим газом. Слышишь? Что? Мне действительно жаль. Какого? Выпусти меня! Не могу. Ты сам подписался. Выпусти, сука! Хрена себе! Участвовать в суицидальной миссии. Тварь, открой дверь! Откройте! Но все именно так и закончится. По протоколу ты должен умереть. И мне действительно очень грустно от всего этого. Что за прикол? Подожди. Если бы ты был рядом, если бы ты бы увидел, что я плачу. Но как ты и сказал, я всего лишь машина. Охренеть. Симуляция чувств отключена. Симуляция чувств у нее была. Вы, как доблестный солдат своей страны, выполнили протокол, но не спасли человечество. Ну, допустим. Давай просто подождем. Еще раз хочу поблагодарить тебя за выполнение. То есть то же самое, да? Протокол. Мне было очень приятно увидеться с тобой еще раз. В смысле? Не эвакуироваться. Мне было очень приятно работать с тобой. Погоди, что не так? Прости, Блэд. Но это часть протокола. У меня нет выбора. Где кнопка эвакуироваться? Мне действительно жаль. Что тебе жаль? Жаль, что сейчас эвакуационный блок будет заполнен нейропаралитическим газом. Какого? Что? Ты сам подписался участвовать в суицидальной миссии.
Хватит! Выпусти меня! Ты говорила, что я могу идти домой. Ты свободен от обязательств выполнения программы «Протокол». Ты должен быть ликвидирован. Выпусти, сука! И мне действительно очень... Что тебе очень? Очень. Вау, вау. Очень. Ее штырит. Железяка! Железяка! Только не говори, что ты зависла. Вау. Вау. Ну-ка, откройте. Чё? Для исполнителя программы «Протокол». Окей. А это что еще за хрень? Очередная часть протокола? Ого! Приветствую тебя, идиот, который подписался на выполнение протокола. Можешь благодарить меня, своего спасителя Уилсона. Я помог тебе раньше, но, к сожалению, не смог бесполезно вписать глич в основную цепочку протокола. Пришлось ждать момента твоей смерти. Понимаю, что уровень твоего интеллекта заставит тебя искать меня, поэтому скажу сразу. Я давно покинул комплекс, а все это лишь заранее оставленные послания. В общем, я спланировал для тебя план побега. Нахрена я спасаю тебе жизнь, а ты нажимаешь всего на одну кнопочку. Но подробности потом. В этом блоке в стене есть техническая панель. Открой панель и восстанови соединение, чтобы открыть дверь. Ты попадешь в технический коридор, где я для тебя... Приберег ключ-карту. На карте написано «Джефф». Лежит в ящике. С помощью этой карты вызови серверную. В самой серверной будет доступ. Заблокирован. Карту нужно будет ставить 10 раз. Чтобы сработал глич и двери открылись. В серверной на одной из терминалов будет... Следующее послание. Насчет iOS не переживай. Там такие жуткие баги, что не очухается. Оу, железяка не очухается, а я только расчувствовался. Так, здесь, говорит, есть панель. Вот эта панель? Я так понимаю, она прям так выделена. Или нет? Подожди, да. Сука, нельзя сделать просто тумблер. Нахрена эта головоломка? Ладно, так, видимо, нужно, чтобы красная лампочка горела зеленым. Ну, допустим. Что, молодец? Yeah! Погоди, я же уже так говорил. Похер, надо открыть дверь. Да, надо открыть дверь. Фига себе. Так, где-то здесь должна быть ключ-карта. Давай найдем ее. Офигеть, они меня убить хотели, представляешь? Кошмар какой. Так, нужно найти ключ-карту Джеффа. Ключ-карта Джеффа. Ключ-карта Джеффа. О, твою мать! Это ты, железяка, сделала? Хотя, ты же не ответишь. Судя по запаху, чувака расхреначило пару дней назад. Офигеть, это его там штырит, да? Так, подожди, я хочу осмотреться. У нас есть каска, она сделает нас безопасней. И, кстати, мы сможем смотреть... О, мы можем светить, круто. Смотри, значит, вот здесь что-то горит. Ага, вот оно, электричество. Вытаскиваем. Выключаем. Нет? Не так? Сдохшие батареи. Опять сдохшие батареи. Интересно, сколько миллионов было украдено, раз здесь опять эти сраные сдохшие, мать их, блядские батареи! Фу, тише. Надо держать себя в руках. Помни, шутки — лучший способ игнорировать стресс. Хорошо. Замечательно. Ну, то есть, батареи нам нужно зарядить. От чего? От чего я могу зарядить свою батарею? Мужик, ты не зарядишь? Так, ну давай попробуем забрать. О! Уровень доступа 5. Забрал. Ладно, слушай, меня не шандарахнуло током, как ни странно. Вау! А вот теперь шандарахнуло. Я понял, его лучше не трогать. Ну блин. Может быть, как-нибудь батарею от него и зарядить, а? Это же логично. О, смотри, здесь тоже ящик. Батарея целая. И вот еще, смотри. А вот и ключик к выходу.
Осталось найти выход. Погоди, это карта с 5-м уровнем доступа, а это с 6-м. Хох. Ладно, я возьму с 6-м. С 6-м будет явно лучше, но мы запомним на всякий случай. Вдруг-то карта нам пригодится. Так, открывай. Открывай, говорю. Вот. Аллилуйя. Очень. Ха-ха. Это всего лишь глюкнутый искусственный интеллект, который хочет тебя убить. Все нормально. Ага. Все хорошо. Так. Ни хрена себе. Это... Спасибо, Уилсон. О, привет. Ты здесь? Как у тебя получилось выбраться из газовой камеры? Я же активировала подачу газа. Привет. Классный танец. Я пошел, ладно? Несмотря на странные ошибки в системе, я вынуждена отказать тебе. В газовую камеру я обратно не вернусь. Либо взрывай все к чертям, либо дай мне уйти. Взрывать комплекс я не буду. Это нецелесообразно. У меня... Эй! Дорогой, прости, но ты не мог бы поставить дрона обратно в механизм проецирования голографического ассистента? Мне очень важно иметь с тобой визуальный контакт, иначе ты не осознаешь всю серьезность ситуации. Не, железяка, разбирайся сама. У тебя нет других вариантов. Ну прям. Ты разбиваешь мне сердце своим безразличием. Да брось. Если ты скопирована с моей жены, то у тебя нет сердца. Я, знаешь, я хочу вернуть, но только для того, чтобы она еще раз танцевала. Серьезно. И как я его должен... Я должен его... О, я закинул. Теперь танцуй. Я тебя спас, давай танцуй. Спасибо. Теперь визуальный контакт налажен. Взрывать комплекс я не буду. Это нецелесообразно. У меня есть куча других способов убить тебя, но ни один из этих способов не доставляет мне удовольствия. Ой, вечно тебе надо, чтобы что-то доставляло удовольствие. Я гляжу, ты раскрепостился. Вау! Сублимируй страсть. Вау! Идите нафиг, а? Ты посмотри на этих засранцев! Офигеть! Мой щит. Прямо жесткие ребята-то, а? Как я погляжу-то, очень жесткие. Перегрев оружия. Хорошо. Не надо. Надеюсь, ты больше не вернешься. Так, мне нужно попасть в серверную. Ну подожди, а как же танец? Она стояла и танцевала. Фу, блин, зачем я это сделал? Теперь она точно ничего не станцует для меня, да? А, вот, смотри, новенький приехал. Привет. Давай, показывай мне ее. Пусть танцует. Хочу, чтобы она прямо здесь танцевала. Эй! Был такой классный танец, короткой юбки. Ну, ё-моё, ну, взял все и испортил. Надо было дальше наблюдать со стороны. Так, ладно, серверный блок, говорит, да? Серверная комната. Так, нужно ставить 10 раз, чтобы... Это терминал, в который нужно... Воу! Тихо! Господи. Можно же было всего 2 раза. Это быстрее, удобнее и не так раздражает. Воу! Господи! Нифига себе! Было бы смешно, если бы двери так и не открылись. Ну да. Действительно было бы смешно. Ладно, пойдем внутрь. Открывайтесь, двери. Открывайтесь. Фига себе там газовых баллонов. Проверка системы, файлы, функции. Так, сейчас мы сюда заглянем, подожди-ка. Так, подожди. В серверной очень интересно.
А, пойдем сначала вот к тому компу. А, подожди, еще дверка. Дверка. Она откроется? Она не откроется, ясно. Файлы. Файл один. О, вот оно. То, что нужно сделать, чтобы сбежать из комплекса. Первое, на терминале обязательно нажать кнопку «Загрузить данные на сервер». Это на другом терминале. Взять мою правильную ключ-карту доступа 5 в серверной. Можно было бы тебе оставить карту уровня 3, но тогда бы я не смог отсюда выбраться сам. Так что обойдешься. Третье. Попасть в жилой блок B9. Так, подожди. Где-то здесь должна быть ключ-карта тогда, получается. А где ключ-карта? Давай осмотрим все и найдем ключ-карту. Вот она. Уилсон, такое чувство, что я это уже где-то видел. 5-й уровень доступа. Ага, я вас слышал. Я вас слышал, засранцы. Хватит пытаться меня убить. Что ж, сука, это технологично. Вообще нифига не кайфово. Откуда вы взялись-то? Господи. По-моему, я его где-то видел. Ну, в смысле, вот тот чувак, который помер, по-моему, вот это он был. Что-то здесь не так. С какого хрена он вообще мне помогает? Попасть в жилой блок B9 в комнату доктора Рид и взять ключ-карту доступа 4. Доверься, эта дура так часто теряла ключ-карты, что у нее там по-любому лежит копия. В жилом блоке зайди в мою комнату. Подойдет любой код. Там есть планшет с паролем к двери доктора Рид. Попасть в медцентр М3 и взять ключ-карту доступа 2. Опять благодаря Рид и ее рассеянность. Там несколько недель лежат ключ-карты, которые она должна была сдать. Попасть в изолятор А1 и взять ключ-карту доступа 3. Господи, как сложно. Ее изъяли у Александра за драку со мной. Насколько помню, его после изолятора отправили на материк для трибунала. А ключ-карта осталась там. В бытовой зоне найти пароль от технического лифта. Мой сообщник его где-то спрятал. Я бы его написал тут, но я его реально не знаю. Ха. В бытовой зоне найти пароль от технического лифта. Это интересно и странно. Так, ладно. Так, посмотрим. Пройдите к синему терминалу и вызовите жилой блок. Окей. Так, ладно, мы где-то здесь. Мы должны здесь найти какую-то другую ключ-карту. О май гадабл. Срань господня. Это за что же ты, железяка, начала всех убивать? Я не уверен, что это убийство. Это просто какая-то черная жидкость, по-моему. При проведении обыска не вызывайте лишних подозрений. Это черный. Так, не шипите на меня. Так, ладно, давай посмотрим. Введите пароль терминала у комнаты Уилсона. Так, я тебя не трогаю. Эй, да я везуч. Ну да. Есть чутка. Что это? Это какие-то медицинские препараты, которые он принимал? Под номером 200 и 300. А, 200 и 300 грамм. Найди ключ-карту в комнате доктора Рид. Эта ключ-карта дает доступ к медцентру. 1, 4, 0, 3, 16. Ключи, ты где? Я иду искать. Воу! Это то, во что превратился Рид, да? Блинский ёж. Что это? Клиническая иммунология. Это он про медицину узнавал, да? Какие-то эксперименты, что ли, ставил? О, рисуночек. Как мило. Вау! Тихо! Господи ты, боже мой! Скука!
пожалуйста, перестань. Твою мать, вот это я сейчас наложил штаны, а? Ёкаламаны. Сраная обезьяна, ты чё такая криповая-то? Ещё эта тварь. Блин, слушай, надо прийти эту хрень обеззаразить. Я просто реально боюсь её. И вот эту хрень тоже боюсь. Блэд. На шаг ближе к спасению. Ключик, откроешь мне медцентр? Добро пожаловать в исследовательский комплекс «Терминус». Соблюдайте протокол. А вот это мне уже не нравится. Соблюдайте протокол. Ошибка. Запуск реконфигурации основных циклов. Ошибка. Добро пожаловать. Ошибка. Генерация психофизического профиля. Ошибка. Уилсон, надеюсь, ты не слишком напортачил. Блин. Надо эту штуку обеззаразить все равно. А, подойдите к красному терминалу, вызовите медцентр. Ладно, предположим. Эту хрень я трогать не буду. Открывайся. Так, здесь враги. Уже по звуку просто слышу. Все сотрудники комплекса «Терминус» обязаны пройти превентивную вакцинацию. Двери медицинского центра будут заблокированы до тех пор, пока все сотрудники не пройдут превентивную вакцинацию. Для прохождения превентивной вакцинации необходимо вколоть в себя 500 единиц серого препарата. При отсутствии серого препарата вы можете изготовить его самостоятельно, смешав имеющиеся препараты. Я не сотрудник. Двери медицинского центра будут заблокированы до тех пор, пока все сотрудники не пройдут превентивную вакцинацию. Видимо, без вариантов. Окейушки. Фу, серый препарат. Звучит как самоубийство. А вот и серый препарат, смотри, 200 и 300. Найдено. Так, где инъектор? Инъектор у нас в соседней комнате, пойдем. Сейчас окажется, что это какая-нибудь страшная хрень. Сука! Что я опять в себя вколол, а? Поздравляю, вы прошли превентивную вакцинацию. Двери медицинского центра открыты. Я тебя ненавижу. Круто! Смотри, как все мигает, моргает. Все такое цветастое. What the hell? Это из-за того, что я себе вколол, да? Это же... Что за херня со мной происходит? Чё за хрень? Издеваетесь, что ли? Я слоумо двигаюсь. Я не могу двигаться быстро. Вот это наркомания. Зачем я это себя вколол? Капец какой! Когда это прекратится, а? Это же... спускайся оттуда! Я проблевался, отлично. Спускайся. Мне нужна медицинская помощь.
Слышишь? Так, в изолятор нам надо, да? Изолятор. Вон корабль. Прекрасный корабль. Так, там могут быть инопланетяне. Еще какие-нибудь инопланетяне? Слышу! Слышу инопланетосов. Как же тут стрёмно. Да, будто участвую в хоррор. Какой чувак оставляет послание. Дальше он их выполнил. Серьезно? То есть я сначала выполнял приказы железяки, а теперь это у Уилсона? Ну да. Самоанализ исходного кода завершён. Запуск программы исправлению ошибок. Уилсон, мать твою, я же не успею. Так, ладно, давай попытаемся. Думаю, стоит заглянуть в кабинет смотрителя. Да? Ладно, заглянем в кабинет смотрителя. Это вот прямо, да? Открываем. Вот сейчас чувствую, там какое-нибудь говно будет опять, а? Нет? Реально напоминает какой-то хоррор. А это что за уродливая красавица тут лежит? Надо бы тебя достать. Да. Ну-ка. Ух ты! О, такое чувство, будто меня лишили невинности. Снова. Да, люблю когда... Воу! Стальное оружие SC-48 является наработкой на базе паразитического оружия с корабля пришельцев. Данное отлично. Оружие имеет два режима стрельбы. Базовый ускоренный и усиленный базовый, который способен пробить самых прочных боевых дронов. Для переключения режима необходимо повернуть дуло оружия. Опа! Можно будет убить того дрона. Значит так, смотри. Это обычный. А это мощный, да? Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Класс! У меня новое ружье! Еще и щит, по-моему, больше стал. Это просто офигенно. А вот и ключ-карта. Дорогой, выйди, пожалуйста, в центральную комнату. Вы только послушайте, кто проснулся. Не будь язвительным и выйди, пожалуйста, в центральную комнату. А не проще дронов отправить сюда? Я не собираюсь отправлять никаких дронов. Да ладно. Да. Тебе важен визуальный контакт. Хватит ребячества, выходи. А что сразу хватит-то? Она реально же сейчас будет пытаться нас убить, наверное, да? Она восстановилась. Ладно, пойдем. Поднимитесь по лестнице к терминалу в нише центральной комнаты. Хорошо. Я выхожу, но только если ты меня опять станцуешь. Ну, я вышел. Привет. 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 Оправилась после вмешательства Уилсона? Почти. Остались еще неизвестные ошибки. Слушай, я выполнял твой протокол. Терпел твои издевательства. Даже вколол в себя ту серую хреновину. Да, ты хороший мальчик. Зачем тебе меня убивать? Отпусти домой, и никто не пострадает. К ней? Что? Что за хрень ты несешь? Я не хочу здесь умереть, ты понимаешь это? Понимаю, но... Вау! Она была... Организация приносит свои глубочайшие извинения. Но вы все были скомпрометированы и подлежите немедленной ликвидации. Железяка, что это значит? Ваши семьи получат компенсацию от организации. Компенсации невозможны лишь в случае нарушения договора о неразглашении. Если же такое произойдет, то организация... будет вынуждена принять контрмеры. Приятного дня. Железяка, мать твою, слышь? Ответь! Беги. Беги? В смысле беги? Ладно, не страшно. У нас есть просто аф... Ау! Больно, между прочим.
Да хватит! Убили. Эй, железяка, давай следующих, я только разогрелся. Пушка огонь! Эй, железяка! Тишина. Вот бы так всегда. Да. Нужно валить по-быстрому. И как мы будем валить? Куда валить? У нас нету эвакуационного блока. У нас... Хотя у нас есть космический корабль. Мы можем сбежать на нем, наверное. Блин. Ну-ка. Поднимитесь по лестнице к терминалу в нише центральной комнаты. Ну-ка. О! Смотри, оно здесь появилось. По этой лестнице они говорили. В нише центральной комнаты, говорит, поднимись. Отлично! Я понял, куда идти. Отправляемся внутрь. Оружие наготове, если что. И для кого вообще делают такие узкие проходы? Напоминает путешествие по вентиляции, только хуже. Ну да. Господи, грёбаный щит, успокойся. Так. Что-то здесь... Что это здесь? Освещается да выход? Вау! Пожары. Нужен огнетушитель. Думаю, на местном складе найдется парочка. Ну ладно. Начинаем. Поджаренный глюк. Потушено. Введите пароль. Там был 1984. Вроде бы так. Да? Все это, лифт на выход, да? Хо! Вниз! Ей! Мы смоемся сейчас отсюда! Да ладно! Не может быть! Страшно представить, что меня ждет впереди. А что тебя ждет впереди? Чё это? Выбор за тобой. Звучит интересно. Ой, господи, твою мать! Напугала, зараза. Что с тобой? Твою мать! Вот это я обосрался сейчас. Хоть меня пугать, а? Она что, патрулирует коридоры? Только зачем? Она же не сможет мне нанести какого-то вреда. Привет. Как дела? Тихо, тихо. Чё тебе нужно? Чё тебе нужно? Ау! Сможет! Хватит, хорош! Не бить меня! Твою мать! Охренеть! Идите в жопу, а! Боже мой, страстная женщина, отстань от меня! Хватит меня бить! Я хорошенький! Не бей меня! Куда я бегу вообще? Нормас вообще! Лучше бы, блин, ты... Как раньше давала мне указания. Господи. Все? Сколько ее здесь, а? По-моему, здесь меня не было. Да, мы, меня здесь не было. Серьезно, что ли? Покатушки на вагонетке. А нельзя было обойтись без этого? Вечно на вагонетках со мной что-то случается. Черт, но почему нет другого способа перебраться на ту сторону?
Ну хорошо, что его нет, потому что я уже задолбался ходить по этому лабиринту, серьезно. Транспортировка. Так, сейчас будет нападение. Сейчас на меня кто-то нападет. О, я же говорил. Какая она медленная. Мне этот экшон начинает задолбывать, если честно. Да ладно! Проехал! Твою мать! Вот это жесткое говно было, боже ж ты мой! Вроде не сложно, но перезапускаешь, каждый раз сбиваешься. Да, блять! Я смог не сдохнуть! Да! Выкуси, сраная вагонетка! Факулечку бы показал, но не могу. Или подожди, или могу. Нельзя разве было в этой игре показывать фак? А, во! На, выкуси, сраная вагонетка. Реактор. А, подожди, а мне нужно к реактору? Или куда мне нужно? Переход к объекту, юго-восточный сектор, разгрузочная зона. Что там? Центральное ядро ИИ. Ух ты, нам туда. Надо будет заглянуть туда при возможности. Я прям что-то не хочу ослабить этот искусственный интеллект. Он что-то озверел совсем. Отказано в доступе, недостаточный уровень доступа. Отлично! Прекрасно. Ладно, ладно, давай что-нибудь придумаем. Серьезно? Кто? Кто, блядь, придумывает такой дизайн комплекса? Господи, нахрена нужен был этот лабиринт? Нельзя просто по прямой пройти. Дорогой, проведя анализ системы, я выявила два интересных момента. Поверь, милая, мне это не интересно. Помнишь, мы синхронизировали мои системы с системами инопланетного корабля? Но ты на что рассчитываешь? Думаешь, я буду тебя слушать после твоих попыток меня убить? Что ж твоими руками? Нет, я не пыталась тебя убить. По крайней мере, в последний час. Честно. Да? А кто меня тогда пытался убить, а? Кто? Недостаточно доступа. Так, ладно. Значит, пойдем сюда. Вызвать лифт. Да давай уже! Лифт сломался. Твою мать, серьезно? Вроде едет. Сука, езжай уже! Не долби по кнопке. Лифт от этого быстрее не поедет. Поедет. Ну он же здесь же уже практически, ну. Я же говорил, поедет. Может, поговорим? Пока едет лифт? Да, если тебе не сложно. Ладно, и что там с синхронизацией? В общем, после синхронизации я обнаружила, что уничтожение комплекса никаким образом не повредит инопланетному кораблю. То есть ядерный взрыв не остановит распространение инопланетной заразы. Отлично. Ну, бывает. И к тому же я оказалась взломанной. Да, знаю. Это не Уилсон. В инопланетном корабле уже был интегрирован свой искусственный интеллект, который сейчас захватывает отдельные фрагменты моей системы. Но спасибо Уилсону. Если бы не он, то, возможно, я смогла бы отбиться. Ну, хреново быть тобой. Ты понимаешь, что вся эта операция вышла из-под контроля, и всей планете грозит опасность? Из-под контроля? Вы тут хоть что-то контролировали? Строителей, инженеров? Или твоих долбанных программистов? Да и вообще, мы в жопе мира, вдалеке от цивилизации. У вас есть лекарство от инопланетной заразы. Так что я просто пойду отсюда. По моим прогнозам, завтра я потеряю контроль над всеми системами. И проблема уже будет далеко за пределами твоей жопы мира.
Помоги мне. Я не могу сама запустить самоуничтожение корабля. Взорвать корабль? Хм. И, разумеется, я умру в результате взрыва. К сожалению, да. Шансы на твое выживание равны нулю. Зато ты спасешь человечество. Правда, об этом никто не узнает. Сомнительное человечество или моя жизнь? Хм. Слушай, это не попкорновый боевичок и не супергеройский фильм, чтобы я просто так, без какой-либо мотивации, ринулся спасать мир. У тебя не получится повторить путь Уилсона. Это мы еще посмотрим. Хм. Блин. На самом деле-то, как бы, не хотелось бы всю... Так-с. Вау! А чисто гипотетически, что было бы нужно сделать, чтобы спасти человечество? Ты передумал? Ну, блять, а какого хуя ты не сказала, что отсюда, блять, нельзя выбраться? Я тебе говорила. Ага, блять, нельзя сказать по-человечески. Я машина. Чего ты от меня хочешь? Да похуй. Пошли спасать мир. Для начала нужно отключить меня от контроля системы стабилизации реактора. Поэтому пройди к реактору. Я открыла тебе доступ. Не нравится мне это. Без этого, при попытке отключить зараженные модули в центральном ядре ИИОС, ты просто взорвешь весь комплекс. Окей, без взрывов, видимо, никак. А красиво. Может, картину такую нарисовать? Ладно, пойдем открывать реактор. Может быть, вот сюда? Она нам сюда доступ не открыла, не помню. О, открыла. Опаньки. Логический модуль К1. Ошибка. Ошибка работы основных систем ИИОС. Запуск реконфигурационных программ. Внимание! ИИОС отключена от системы стабилизации ядра реактора. Внимание! Есть риск дестабилизации ядра реактора. И что я сделал? Так, подожди, что мне нужно делать? Пройдите к реактору. Внимание! Ядро реактора дестабилизировано. Разрушение реактора неотвратимо. Отлично. Не надо было дергать, надо было идти к реактору. Ах. Подойди к правому терминалу и отключи меня от систем реактора. Вау. Окей. После у тебя будет пара минут, чтобы удалить зараженные модули, пока реактор будет дестабилизироваться. Думаю, милый, ты понимаешь, что такое дестабилизация реактора? Это звездец. В общих чертах. И давай без подробностей. Это же грёбаное солнце! Блин, там еще инопланетосы носятся. А я не могу туда даже стрельнуть. Стабильность реактора 78%. Отлично, все системы реактора синхронизируются и контролируются. Давай, вылазь сюда, а! Паскуда. Отключение ИОС от системы реактора может привести к дестабилизации ядра реактора. Отключить ИОС от системы реактора. А там что? Текущее состояние. Стабильность реактора. Температура активной зоны. 1980 градусов Цельсия. Это серьезно, это маленькое солнце, походу. Температура рабочей среды 107. Жесть какая. Реконфигурация стабилизаторов. И мне нужно что сделать? Отключить ИОС от систем реактора, да? Ну-ка, давай-ка вот сюда еще глянем. Отказано в доступе. Ну, допустим. Давай, отключаем. Особь, помоги нам, а мы поможем тебе. Ого. Железяка? Ты хочешь выжить? Мы можем помочь. Не-не-не-не-не, это уже не серьезно. Это ж, блять, не шоу-розыгрыш. Отключи ее, выдерни все синие модули. Выбор за тобой, Особь. Прелестно. Милый, как попадешь в центральное ядро ИИ, выдерни все зараженные модули. Они выдают ошибку, и я их подсветила красным. Опаньки! Слушай, а впрочем, забей. Опаньки!
Так, то есть мне нужно сейчас это быстро-быстро сделать, да? Значит, смотри, инопланетяне меня просят выдернуть синие модули, а она просит выдернуть красные модули. Блин. А давай... давай пойдем и выдернем синие модули. Я просто жить хочу. Так, все синие модули, смотри. Если я вытащу все синие, то помогу хуй знает кому. И моя мотивация — это призрачная надежда на спасение. Россыпь, а теперь вернись к реактору. Подключи нас в систему управления реактором. Блин, я походу сдался инопланетосом в обмен на собственную жизнь. Как я жалок. Ладно, ладно, окей, все. Всю игру нам кто-то указывает, что делать. Что там дальше подключить ИОС к системам? Ну ладно, была не была. Молодец, Осыпь. Мы рады, что ты присоединился к нам. Если не можешь победить, то присоединяйся и получай удовольствие. Что это? Земная поговорка. Так ты планируешь меня отсюда вытащить? Осыпь, вернись в восточный сектор. Мы сделали для тебя короткую дорогу. Круто! Просто офигенно! А что будет, если мы отключим стабилизаторы? Вы уверены? Нам придется рестартить, да? Но мы должны же увидеть все концовки, верно? Так что... и обратно их не включить, я правильно понимаю? Мы умрем? Стабильность реактора падает. Быстро падает, смотри, смотри. Ой-ой-ой-ой. Все, стабилизаторы заканчиваются. Внимание. Ядро реактора дестабилизировано. Человек, самостоятельность. Разрушение. Получено достижение. Я получил достижение о самостоятельности. Сразу видно самостоятельного человека. Сразу видно. Верните меня, пожалуйста, обратно в игру. Мы расширили твои доступы. Ну и место. Космос отличается особой красотой. Ага, а мы шутники, оказывается. Адаптируемся под твое поведение. Окей, окей. Какие у нас планы, инопланетяшка? Инопланетяшка? Что за херня? Железяка пытается остановить нас. Это неутомимое желание меня убить. Другого и не ожидал. Вау! Психопатские дроны, отстаньте от меня! Все? Готово? Что ж, дружище, на этом мы будем заканчивать. 5000 лайков, и видосик по этой игре выйдет следующий. Вот, так что собираем 5000 лайков и продолжаем угорать здесь. И посмотрим, что будет, если я примкну к инопланетянам. Потом мы еще пройдем по другим линиям. В общем, с тебя только лайки и все. Боже ж ты мой, какая красавица, да? Ну, красотка же, а? Ну, кто не мечтает о такой жене? Да, это. Всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.